Солнечный, солнечный, солнечный. Ну, конечно, приветик. Еще и счастливый. Не прошло и 2 дня, как я вам хвасталась, что у нас солнышко светит и греет и заряжает. Сегодня, уже со вчерашнего вечера, на хороших 2-3 дня зарядил дождь с ветром. И тучи прям опустились, прям на дома опустились, низко-низко, серые-серые. А посмотрите, в доме солнышко, и на душе солнышко. Красота. Ну что в такую погоду можно делать? Когда, ну вот сейчас что у нас, там 10-11 утра, а нужно свет включать, так темно. Ну не темно, серо. А когда вот такие цветы в доме, так освещают, обогревают, заряжают. Ну что в такую погоду? В такую погоду хорошо печь. Ну не знаю, сняла вам, какие-то кадрики собрала, получится, вставлю. Ну, сделала очередной раз печенье. Ну, может быть, камера передает такое, оно темноватое, как будто бы темноватое. Но вкусно на орехах. Ореховое печенье на орехах. Орехи какие только собрала, какие были. Пахнет вкусно. Добавила, орехов было много. Чуть-чуть добавила геркулес. Чуть-чуть добавила семена льна. О, кстати, можно было добавить шелуху семян подорожника. Забыла. Ну, семена льна добавила. Одно яблочко натерла. И сухофрукты, которые были. Немножко была курага. Нет, чернослив. Финики. И красненькие такие ягоды. Красненькие. Крамбери. Свежие были. Красненькие яблоки, красные ягодки. Но я немножко сняла, если...
вставлю. Я их собрала уже, ну вставлю. Посмотрите, там я быстренько делала. Ну, мы уже этот рецепт делали, и многие уже повторяли этот рецепт. Этот совсем облегченный. Муки нет, сахара нет, масла нет. Так что вкусные получились, просто прелесть. Приятного аппетита, кто будет делать. Приятного вам аппетита. Ой, я же сюда положила тетрадку, пару каких-то почитать комментариев. Ну, где тетрадка? Ну, ладно. Розана, расскажите, как вы соединяете вот это лоскутное, как вы соединяете. Покажите мастер-класс. Ой, так на меня, вы меня рассмешили. Сама учусь. Какой мастер-класс? Сама только научилась. И то еще научилась, это громко сказано. Вот еще раз про одеялко, но я вам покажу на этом платье. Вот на этом платье я его вам... его... Ой, чтоб не упала камера. Его уже показывала и его надевала. Вот посмотрите как. Очень элементарно, я его покажу поближе, и вы увидите, как я складываю просто рядом возле друг друга лоскуточки, и я зигзага, я их не обрабатываю лоскуточки. Вот как их порезала, так я их друг на друга, чуть-чуть друг к другу прикладываю, а потом я между ними зигзагом прохожу зигзагом. Все, и они не бахромятся, ничего. Вот посмотрите, вот поближе вам будет получше видно. Вот видите? Вот просто зигзагом. Сейчас вот вам покажу. Вот у меня есть старое полотенчико. Вот оно, вот это старенькое полотенчико. Оно нигде ничего не проходит. Вот с обратной стороны вот оно. Нигде нету никаких дырочек, ничего. Но оно уже старенькое. Оно мне уже на кухне надоело. И таких у меня, по-моему, 4. По-моему, 4 таких. Вот что хочу сделать. Эту сторону оставлю. Им, кстати, много лет стиранные и перестиранные, но совсем не потеряли эту расцветку, не потеряли. А с этой стороны хочу сделать. Вот с этой стороны сделаю вот это лоскутное. То есть сюда уже я буду прикладывать какие-то, друг на друга положу, зашью, и будет, знаете что? Ну, вот какие-то будут. На стол как. Ну, в общем, к чему-то буду применять их. Или пополам. Нет, пополам маленькие будут. Ну, вот как для еды, как подстилочка для еды. Да, можно, кстати, пополам, и будет нормальная. Вот таких вот 4 штучки сделать можно. Ну, вот таким образом, вот весь мой мастер-класс. Все, что могу вам рассказать. Ну, еще вот по одеялку тоже могу поближе вам его показать. Вот здесь, может быть, почетче увидите. Зигзагом все на зигзаге. Вот лоскуточек на лоскуточке и зигзаг. Розана, покажите свое белое платье. Думаю, какое белое платье? Спрашиваю, какое белое платье? Без рукавов. Как вы его шили? Нет, это платье я не шила. Это платье я покупала. И оно очень-очень простое. Но вот как-то вот так вот поперек, вот здесь, вот эти поперек сделаны. Одна на одну заходит. Вот такие сделали маленькие как-то складочки. Здесь оно на замке, длинном большом замке до самого конца. Ну, не до конца, длинно, удобно. Показывала, камера упала. Так что платье простое, обыкновенное, сзади на замке. И это я платье покупала, Calvin Klein компания. Ношу его, кстати, очень редко. Розана, 1,5 месяца делаю ваши упражнения. Каждый день, не пропускаю, по несколько раз в день. Результат налицо. Возле коленок похудела. Пальцы рук перестали болеть. И я могу сейчас стирать и чистить картошку. В прошлом году не могла ничего это делать. Я вам тоже рассказывала, как у меня, что первое, что
заметила я, это колени. И то не я заметила, мы с приятельницей пошли на гору, я была в шортах. Пошли на тут, на Монт-Ройл гора. Ну, это парк, но там парк на горе. Кстати, я вам его как-нибудь засниму. Я очень люблю туда ходить, это мое просто favorite, самое любимое место. Это большой красивый парк, на котором гора Монт-Ройл, и там озеро есть, и там уточки плавают, и там белки, и там животных можно покормить. Ну, я думаю, можно, я всегда кормлю, если иду. И там пешеходные дорожки есть, и там есть Бельведер, площадка, на которой ты можешь вообще весь Монреаль, весь город видно. Я вас туда, ну, я сделаю там съемки. Сейчас там нечего делать, все еще даже кое-где снег лежит, и все деревья голые. А так там парк очень хороший, лес такой дикий еще есть, но ты можешь там ходить, я вам презентую это красивое место. Так, вот мы пошли туда выгуляться в этот парк с моей приятельницей, и я уже была тогда в шортах. А я только начала месяца три, как делала это упражнение. И было это, ой, ну сколько там, 8-9 лет назад. И вдруг она мне говорит: ой, какие у тебя красивые колени, ты что, их подколола? Я говорю: как подколола? А что, говорю, колени можно подколоть? Говорю: так колени что, можно подколоть? А что ты сделала? Я говорю: ничего. Говорю: не знаю, я начала, говорю, делать упражнения. Я его только начала делать, еще понятия не имела, что оно может такой результат дать. Говорю: я не знаю, говорю, я начала делать для плеча, для спасаю свое плечо, говорю, начала делать, может быть, говорю, из-за этого. Ну, она махнула рукой, она не поверила, конечно, ни в какое упражнение. Кстати, долго кто-то, вот если видел на мне какие-то изменения, что вы делаете, у вас такое лицо, или что ты там делаешь, у тебя такая там талия или что-то. Я говорю: я ничего не делаю, я делаю упражнения. Ну, всем лет 5, вот я вам говорю, пока я не сделала YouTube, не начала делать это упражнение. А лет 5, ну, послушают, ну, как-то не... Ну, что это, как от упражнения можно такой результат? Даже когда я говорила результат, женские все органы поднимутся, почки поднимутся, мочевой... Даже это не производило впечатления, как-то не садилось в голову. Ну, вот как-то так, знаете, не у всех сразу садится. Так что вас понимаю, полтора месяца вы заметили колени. Вот у меня колени тоже моментально, что-то как-то вот именно с коленей началось. Так как-то какая-то стройность. Но когда ты 20 килограмм плюс я была, конечно, колени были толстые. Ну да, толстые, ноги толстые. Ну как-то так. Оно все распределено у меня было. Потому что кто-то говорит: а как ты похудела на 20 килограмм, а ты не была никогда толстая? Ну, как-то не было заметно, ну, людям не было заметно, а мне-то было заметно. Ну, и по вещам я вам рассказывала. Так что умница, конечно, вот такой прекрасный, чудесный результат. И плюс ко всему, видите, вы стали руки, можете картошку почистить, можете... Что вы еще там, постирать, а так, видимо, что-то с руками. Ну, браво, браво, делать, я тоже делала. Каждый день, по несколько раз в день. Это у меня прям, ну, я если за что-то берусь, я, да, так делаю. Розана, сделайте видео ваши советы. Хотя в каждом видео я вам говорю, я не даю никакие советы. И это не советы, это я делюсь своим опытом. Но, тем не менее, когда груз прошлого, неудачи, обиды тянут назад, не дают двигаться, а ситуация повторяется, замкнутый круг. Знаете, у меня есть еще один канал, Талисман Радости. Там я за кадром, меня там нет. Вот как, чем проще ты получаешь какую-то информацию, тем она без усилий, она тебе садится. Вот по себе поняла. Вот чем проще упражнение, почему, сейчас я подойду к этому вопросу, отвечу вам. Почему упражнение, кто-то спрашивает: Розана, ну вот вы в платье, а я не вижу, как ноги ставить.
Кто-то говорит, а мне надо дыхание, когда вот руки как дыхание. Кто-то говорит, а надо живот втягивать. Ничего не надо. Пустая голова. Вот это слово, тупо поднимать руки. Как хотите ноги ставьте, как хотите дышите. Вот настолько просто, потому что организм сам подстроится, кому как удобно. Вот когда я была больше 20, на мне было больше, чем сейчас, на 20 килограмм, конечно, я ноги пошире ставила, потому что вместе поставишь, не... потом по мере того, как вес уходил, как-то и ноги по-другому ставишь. Поэтому вот на этих мелочах не фиксируйтесь. Тупо просто знайте одно – поднимать руки. Как дышать, наклоняться, как ноги, на какой ширине ноги ставить, а как… Никакой разницы нет. Вот чем вообще, вот уже проще некуда. Вот тогда оно начинает работать. Тело само вам все подскажет. Вот точно так же вот на том моем канале, на талисман радости. Вот там ничего делать не надо. Там вот такое вот слово, оно может быть не хорошее, не красивое слово, но вот просто тупо слушать. И все садится в голову. Вот то, что я там что-то вот говорил, как будто вот фоном каким-то. Вы себе не представляете, как все садится в голову. А что садится в голову? Сам ты сам к себе, как ты с собой сам разбираешься. Там вот настолько мимоходом, незаметно, но каждый свое что-то уловил. И чем ты вот больше слушаешь, вот просто тупо слушать. И тебе будет становиться от этого только хорошо. Но каждый по-своему. Вот по поводу вашего того, что вот Розана, как сделать неудачи, груз прошлого, неудачи, обиды тянутся. И хожу по кругу. Ну, в двух словах могу вам сказать. Неудачи и груз, вы хотите их. Что-то есть у вас, что повторение хочет этих вариаций. Почему вы этим подпитываетесь? Хотите грустный ходить? Хотите несчастный? Я вам расскажу один пример. Один пример без имен, без абстрактный. Вот живет женщина с мужчиной. Это живой пример. До конца прожили. Сейчас ни того, ни другого уже нет. До конца вместе прожили. Постоянно всю жизнь. А прожили, ну, наверное, лет 50 вместе. Постоянно она от него уходила. И уже когда дети постарше стали, дети выросли, дочка здесь живет, отправила маме деньги или даже сама поехала, купила ей квартирку, чтобы она не жила с папой. Иди. Потому что она ей жалуется, дочери, что он меня оскорбляет, он меня ударил, он меня то-сё. А куда я пойду, а мне некуда идти, то ходила к маме, мамы уже нет. В общем, она ей купила отдельно квартирку. То же самое. Я, говорит, пошла, и дочки жалуются, что вот он меня оскорблял, он меня это, он меня ударил. То есть она говорит, а зачем ты ходишь к нему? Ну, у меня там осталась кастрюлька. У меня там косынка осталась. Ну, я хотела посмотреть, он больной, надо, может быть, ему молоко купить, то все. То есть что получается? Она идет за этой дозой. Получить оскорбление, получить унижение, физически, чтобы... То есть она идет за этой вот дозой. Это такая психика. Поэтому, когда люди говорят, вот как мне от этого избавиться? Вы не как избавиться, а что-то есть внутри, то что вы хотите повторения этих ситуаций.
В двух словах. Нету магических слов. Ничего я вам сказать в двух словах. Вот плюс-минус вам рассказала ситуацию. Слушайте на том канале. Вот слушайте. Вы что-то себе услышите. Вы что-то себе услышите. Если вы написали, вы хотите от этого избавиться. И многие хотят, но вот настолько так у нас устроен, понимаете, мозг, что притягивает. Пока ты это все не раскрутишь, оно постепенно должно сесть в голову. Потому что на сегодняшний день, каждый в своем возрасте, мы резко ничего не должны делать со своим организмом. Не можешь ты резко перестать бросить курить. Не можешь. Надо с собой... Не можешь ты резко взять, перестать кушать и 40-50 дней не есть. Что с тобой будет? Какой стресс будет организму? Куда ты вернешься после этого? Особенно, когда ты уже постарше, когда еще по молодости эти эксперименты проходят по-другому. Поэтому хотите повторения этой ситуации, возвращайтесь сами к ней, потому что доза вот эта нужна. Попробуйте. И вообще хочу вам сказать, все мои видео на этом канале, на другом канале и даже на канале астрологии, все мои видео – это большая-большая терапия. Это большое-большое терапия. Я не знаю, как это. Терапия. Вот что-то во всех этих разговорах не специально, не подобрано так. Но есть в моих видео вот какая-то вот такая сила. Сила есть. Кто ее чувствует? Кому она нужна? Кто вообще? Это не на всех работает. Но тем не менее, если вот вы будете... Прослушайте и эти видео, и вот на том, на талисман радости. Вот там именно талисман радости, он так и называется. Вот будете слушать, и вам станет там радостно. И радостно будет не то, что вы будете скакать, настроение, у вас просто на душе будет радостно. Если даже дождь, если неприятность, если что, а вам будет на душе хорошо. Всегда, когда ходишь по замкнутому кругу, это то, что ты хочешь повторения этой ситуации. Если ты не хочешь, эта ситуация с тобой не повторяется. А как ее проработать? Это работа большая, медленная, но все равно все работает, все садится. Одного волшебного слова нет и пилюли волшебной нет. Это вот такая вот наработка. Ну что, мои хорошие, приятного всем аппетита, кто сделает себе вот такие прекрасные печеньки. Смотрятся как-то на камеру темные какие-то, но они совсем не темные, посмотрите. И вкусные. Ну что, всех вас уважаю. Спасибо большое за лайки. А я вам говорю, я по ним ориентируюсь, но если нет, мало лайков или как-то так думаю, ну может неинтересно, может не надо, Розана, тебе это там, понимаете? Поэтому я вот поэт, это как мой ориентир. Так что спасибо вам большое. Ну и конечно до следующих встреч. Солнышко вам, счастливого, теплого, которое освещает, которое обнимает и которое заряжает. Даже если на дворе дождь, ветер, холодно. Обнимаю вас.